Игра под названием «Маша и Яша» – аналог современных жмурок. Так народ играл еще 100 лет назад. Сегодня старинные традиции вспоминают на фольклорной елке во Дворце детского и юношеского творчества. Девушки сидят дома, делают работу по дому. Мужчины работают как бы в поле. А вот на мероприятиях вроде вечерок, на хороводных полянах, где они собираются все вместе, они могут знакомиться, общаться, отдыхать вместе, развлекаться. Кроме национальных игр, детей учат правильно водить хороводы, предлагают стать частью кукольного представления. Здесь же викторина на знание русских народных пословиц. Здесь очень интересные люди есть, с которыми интересно общаться. И, не знаю, здесь такая атмосфера, просто потрясающая. Этническая елка в Доме пионеров проходит уже 20 лет. Народные традиции, игры, ремесла. Сегодня здесь собрались почти 20 творческих коллективов со всей губернии. Это настоящее путешествие в сказку, в городок Берестечко, где правит царь Горох. Участники фольклорной елки встречаются и летом на профильной смене пионерского лагеря. Своего сказочного правителя дети всегда встречают тепло. Но судя по их реакции, судя по их любви, которую они постоянно идешь по коридору, вот они обнимаются, царь Горох приветствует. Я думаю, что детям это очень нравится, это по душе. Мы убедились, насколько детям важно и нужно погружение в свою историю и к своим корням. И вот вы даже вот загляните и увидите, что ребята с огромным удовольствием, наверное, на генном уровне где-то от сердца идет вот этот импульс, что это наше, что это родное. Они с удовольствием поют, с удовольствием играют в эти игры. Завершилась этническая елка праздничным концертом. Алина Чемерис, Василий Колдашов, «События».